Рухнувшая плотина в Орске нанесла мокрый удар по российскому военно-промышленному комплексу. Как оказалось, у затопления Орска есть и свои плюсы, а в частности, что будут остановлены российские военные заводы. Из-за массового затопления после прорыва дамбы, предприятия будут или уже остановлены. В Орске есть несколько заводов, специализирующихся на выпуске продуктов военного назначения. В частности, здесь расположен Орский металлургический завод, выпускающий артиллерийские гильзы среднего и крупного размера, то есть калибром 122 и 152 мм. Работают здесь и другие заводы на оборонку, или на ту же нефтегазовую промышленность, к примеру, как Арскнефтемаш, выпускающий оборудование для нефтяной промышленности. Так как десятки тысяч жителей будут эвакуированы, среди которых много сотрудников заводов, то предприятия будут остановлены, даже если вода до них не дойдет. Местные корреспонденты передают, что вода начала переливаться через дамбу и в других местах, в близости как раз от этих заводов, что является плюсом для нас. Сейчас мы работаем в поселке Нубик, это новый город, здесь вода переливается через дамбу, вот ее стремительные потоки. Звучат сирены, людей эвакуируют, некоторые пока остаются в своих домах. А туда правее, вглубь, старый город, где ситуация еще напряженнее. Все подробности позже. То есть получается, что сразу несколько российских военных заводов будут выведены из строя благодаря расхлябанности московского режима. И это очень радует, так как наши дроны мы потратим на другие российские военные предприятия, пока с этими разбирается большая вода. Интересно было бы узнать, сколько еще таких военных заводов расположены около опасных российских дамб, которые внезапно сами по себе начали неожиданно рушиться. Московский режим теперь потеряет производственные мощности артиллерийских снарядов для его пушек, а это значит, что снарядный голод у оккупантов в скором времени усилится. Пока что непонятны долгосрочные последствия прорыва этой дамбы, но мы обязательно за этим будем наблюдать. Для понимания ситуации, вот в таком состоянии сейчас находится наружная часть дамбы. Как можно видеть, промоины здесь уже достаточно большие. Однако московский режим пока что не спешит эвакуировать всех, не желая останавливать важные для оборонного сектора заводы, несмотря на угрозу для жизни работников. Между тем, стоит напомнить, что два дня назад местный мэр Гауляйте рассматривал дамбу и сказал, что все в порядке, никакого прорыва не будет, и якобы все под контролем. А сегодня в воде уже находят плавающие тела россиян, которые уносят поток вниз по течению. Пока что таких случаев немного, но 6 уже нашли. Вот такие на России строят надежные плотины, которые не выдерживают и 10 лет. Данная дамба была построена в 2014 году, а проект обошелся в 1 миллиард. Сейчас существует угроза затопления для еще большего числа населенных пунктов, где проживают десятки или, может быть, даже сотни тысяч жителей. И, скорее всего, не все из них выживут после прихода каховской водички. Магазин «Магнит». Смотрите, что делает. Да подожди, тут всем хватит. Гляньте, гляньте, Дим Ясинский приехал в машине. А у нас, блин, а мы сидим дома, спим, а тут рыба, рыба. Ой, что делает? Гляньте, гляньте. О, боже мой, бедная рыбина. Ой! Ой, что делает? А вон еще люди голодающие у нас. Ой, бедная рыбка, что творится? Гляньте, тут что у нас происходит? Какой выброс? Глядите.
Я вас сейчас в район всех пущу, блин, мешками тащите. Да ладно, я шучу, блин, что ты? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.